сильная. Правда, Кросс опорником забить, это не его позиция. А, сильная очень команда, конечно. 4-1-2-1-2, так очень быстро. Аубамеянг с Ройс. Блин. Блин-то блинский. Ладно, сыграем собрано, серьезно. Стараемся не давать сопернику контратаковать ни в коем случае. Против 4-1-2-1-2 действительно очень сложно время от времени играть, если еще грамотно соперник играет. Вот этот опорник, он постоянно вставляет палки в колеса. Вот он и сейчас все обратили внимание. Правда, Гёдзе сместился, по-моему, на эту позицию, неважно. Он немножко заблокировал Марио Балотелли. Марио Балотелли показатель баланса довольно низкий. Если я не ошибаюсь, по-моему, 40 или 46, что-то такое, поэтому... Почти в любом столкновении, ну в каждом, наверное, втором столкновении он начинает терять потихоньку равновесие. Это, конечно, не самое хорошее, что может быть. Ай-яй. Ай-яй-яй. Но все равно Марио Балотелли игрок, конечно, уровень очень высокий. Я, правда, не понимаю, зачем сейчас Агбонна начал смещаться куда-то в центр. Поэтому я тут же на него переключился и вернул его в центр обороны. Я имею в виду в центр поля. Он начал смещаться. Когда Ройс смог убежать. Офсайд. Или не офсайд, офсайд. Успел он. Он хорошо играет. Успел переключиться на защитника. Видите, сам последний момент вывел его чуть-чуть вперед. Так бы я два в одного убежал. Балотелли, давай, друг! Красавчик, мимо! Бывает. Бывает. Ничего с этим не поделать. Это Балотелли, который... Ну, во-первых, его прессинговали немножко. Во-вторых, он на ускорении бежал, там подработать здорово не получилось бы туда. Здесь... Очень сильно влияет на удар то, как ты его, то, как ты игрока под мяч, соответственно, подведешь. Что это за пас? Ладно, пробьем. В бильярд такое ощущение сыграли, от двух защитников мяч отскочил. Но, к сожалению, из-за этих двух отскоков он даже на угловой не отлетел. Ой-ой-ой-ой, нельзя так против Деросси играть! Я не знал, что делать, он очень медленный. Деросси безумно медленный, единственный мой шанс был как-то убрать голкипера. В сторону получилось. Здорово. Убрал вратаря, заставил нарушить правила. Деросси жук, конечно. Обычно я бью пенальти за голкипера, но немножко не тот случай все-таки. Блин, напряженная игра, поэтому надо забить. 1-0. Заслужил, все-таки несколько атак уже опасных довольно. Организовал, поэтому вполне логично. Ну, братишка, как видите, хорошо очень распасовывает. Опасная, мать, за ногу. Так, все, нормально. Хорошо. Все спокойно. Горизонт чист. Передача. Опа! Да ладно! Да ладно, он меня просто прибьет после этого матча. Точнее, я его бы прибил с удовольствием за такие промахи. Марио, Марио! Не то. То точнее, но траектория там. Хотел аккуратненько набросить, прям с ледом. Пробить. Получил опасную контратаку. Стоян, Ройс! Не делай этого, пожалеешь! Что такое?
Раньше уже намного нужно было мяч выбить, как-то он надолго застрял в моей штрафной. Повезло. Ну, точнее, чуть-чуть корпуса не хватило для Кавани, чтобы тот закрыл, соответственно, мяч от защитника. Дотянулся. Начинаются какие-то такие мелкие ошибки. Такое часто бывает тогда, когда по морали начинает команда слегка проседать, но для этого никаких предпосылок особо нет, я веду в счете, и я бы не сказал, что соперник доминирует. Давай, Марио! Марио! Ближний! Да когда ты попадешь в створ? Блин, как это забавно. Ладно, с левой ноги его опять держали. Я думал передачу отдать, там были все закрыты. Но я жду, когда же Марио наконец-то в створ попадет. Давай, давай, Кавани! Кавани, 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 борись! Нет, не хочет. Ну, он и так постарался. Опа! Вот здесь Каутиньо здорово все сделал. Можно прострелить! Удар! Нет, до удара не дошло. Дело защитник. Стой, 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 стой! Братишка! Абсолютно несанкционированный проход. Не делай этого! Пожалуйста! Спасибо. Молодец. Спасибо. Маркетти. Ух. Ух. Маркетти-то хорош. А вы говорите, поменяй Маркетти. Тащит товарищ, когда нужно. Не зря ему фитнес поднял. Даст телефон. Ну, блин, при своей атаке. Сейчас, 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 надо хотя бы закончить атаку. Ладно, короче, момент. Сейчас ну что, давайте продолжим. Действительно, моментов было очень много. Балотелли должен был забивать. Хотя бы, ну хотя бы в одном из них мог забить. Но немножко, может быть, где-то мне не везло. Немножко повезло, может быть, чуть больше сопернику. Вот здесь, Балотелли, давай! Эх, хотел прям корпусом потом переложить в сторону под удар. Головой. Нужно, конечно, еще один мяч забить. Постараться. Потому что 1-0 это очень скользко. Кавани! Эх, чуть-чуть не дотянулся.
Контратака. Армеро, ну не ошибайся только, братишка! Фух, здорово! В таких ситуациях очень часто пихаться начинают нападающие, и бывает такое, что теряют равновесие защитники. Должно быть 2-0. Кавани! Ух ты! Хорошо. Хорошо. Неплохо. Да, Кавани позвонил, говорит, братиш, Балотелли не тащит, давай передачи на меня почаще, и я буду ситуации решать в нашу сторону. Нет, сейчас спрашивали не про матрасы, сейчас по делу звоним. Смотрите, братишка-то не торопится. Аккуратно раскатывает, пытается выйти на ударную. Ну, вот таких я люблю соперников, которые действительно пытаются раскатать, а не торопятся отыграться. Правда, мяч он зря, конечно, потерял. Может, опасная контратака быть. Кавани, эх. Задержал его один защитник, второй, соответственно, к мячу успел побыстрее добежать. А возможностей особых не было больше. Можно было как-нибудь назад подпасовать. Я бы тогда темп потерял. Ой-ой-ой, не получилось. Кавани забросит на Бата. Здорово подключился. И там Балотелли открывается. И Кавани тоже на вес. Ой-ой-ой, Балотелли опять штанга. Да ладно. Но как он дотянулся. Прыжок, конечно, был неожиданный для меня. И то, что он дотянулся в этом прыжке до мяча, опять, правда, в штангу попал. Вообще не день Балотелли. Ну вообще не день Балотелли. Ой-ой-ой, Армеро, к сожалению, потерял позицию, но Акбонна подстраховал. Немножко не хватило. Кавани ускоряется. Кавани в офсайде. Сейчас нет офсайда, но уже запинали моего Маркисио. Тот поборолся! Но мяч таки не отнял. Не было офсайда, пас в центр будет, наверное. Да ну! Между ног. Я специально не стал смещать резко защитника для того, чтобы он прикрыл, соответственно, ворота, и между ног мяч пролетел. Да нет, здорово. Я бы, возможно, сам так же бы поступил. Сейчас опасно. Забил гол соперник, у него сейчас по морали все нормально в команде. Очень много футболистов. Такое пройти практически нереально. Я, конечно, долго ждал с ударом, можно было раньше пробить, но хотелось наверняка. Балотелли! Да иди, гуляй, Вася! Сколько моментов он не забил в этой игре! Одурить. Ну вот забей, я все, 10 был бы сейчас, 10-1 счет. Не хочет мяч в ворота залетать. Куда ты бежишь? Стой! Ну ПЛЗ! Ну не надо! Здорово. Балотелли, беги, мать твою, за ногу! Угу. А вам не показалось, что он рукой сыграл? Да ну, вообще, я не знаю, я расстроен немножко.
Столько действительно моментов. И... Ну ладно, неважно, я все равно пока выигрываю и очень-очень даже неплохо доминирую в этом матче, но один мяч разница. Сейчас убегает. Опять ребята убегают. Нет у меня опорников для того, чтобы прессинговать. И... Да ну... Фух, как же здорово, что я туда Кьюли не поставил. У меня уже руки вспотели. Как сказал бы один из товарищей: «Мама! Мама, неси полотенце, мама!» Вот примерно то же самое. Это не игра, это просто, не знаю, вынос мозга, вынос нервов. Я не знаю, как это назвать. Сейчас статистику посмотрим. Сколько был моментов. Нет, я не проиграл, не подумайте, что я расстроен. Я выиграл 2-1, но я расстроен, потому что я должен был эту игру выигрывать 5-1, 6-1, 7-1. И, ну, не хотел мяч вообще в ворота слетать. Прижанная игра. Действительно напряженная. Кавани, конечно, красавчик. Вот гол забил здоровский, но... Не было в этой игре практически моментов, где я бы делал не то, что я хотел сделать. И, наверное, 80% ситуаций я доводил до логического завершения. И... Так мало забил. 15 ударов, 12 в створ. 2 мяча всего забил. Сколько ударов в поворот нанес Балотелли? Можно посмотреть здесь? Здесь, наверное, в статистике каждого, в рейтинг игроков. Сколько ударов поворот? Где удары поворотом? 8 ударов Балотелли нанес. Все из убойнейших позиций. 5 ударов в створ. 5. Сколько он мячей забил? 0. Кавани, сколько ударов поворотом? 3. Сколько в створ? 3. Сколько мячей забил? 2. Ага. Действительно. Здорово. Сейчас момент.